Подходим к гроту Голицына. Экскурсионный корабль поплыл. Можно наблюдать. Мы пришли оттуда. Все плавают, все снимают. Вот он, грот Голицына. Александр Михаленко здесь очень любит гулять в Новом Свете. Камни скользкие. Надо аккуратно наступать. Здесь хранил вино Лев Голицын. В Новом Свете у него завод шампанских вин, которые в Европе признали в его время одними из лучших шампанских. Крымская Нового Света. Там у меня шляпа улетела в том году. Так, ну чё, посмотрим, что у нас там происходит в гроте. О, здесь у нас экскурсии. Вот такой вот он грот Голицына. Сюда не зарастет народная тропа. Там большой, прямо над нами. Там сцена. На ней танцевали. И Шаляпин там, говорят, танцевал. И все остальные, кто выступал. Это вот информативные таблички. Там все, вся информация, сейчас почитаем.